А вот жители Усть-Майи с нетерпением ждут завершения строительства автодороги Амга-Усть-Майя. Она позволит организовать круглогодичное сообщение со столицей республики и другими населенными пунктами региона. Ну а работой на объекте занимаются сотрудники дорог Усть-Майи. Подробнее о них расскажут наши корреспонденты. Протяженность автомобильных дорог, которые обслуживает ООО «Дороги Усть-Майи», составляет 700 километров, включая зимники. Особого внимания требует автотрасса Ликан-Игоренок длиной 282 километра. Она проходит по сложной гористой местности и включает в себя около 60 мостов. В этом году у нас ведутся работы по ремонту на участке автомобильной дороги Амга. Это 451 километр, 461 километр в сторону Игоренка. Это восстановление земполотна и ремонтом двух мостовых переходов на реке Лёда 1, Лёда 2. И также укладка водопропускных труб, 4 водопропускных труб. С нетерпением усть-майцы ждут завершения строительства автодороги Амга-Усть-Майя, чтобы иметь возможность круглогодично совершать путешествия и деловые поездки до города Якутск и другие населенные пункты не только республики, но и страны. Разрыв остался 8 километров. И вот в течение текущего года, следующего года, мы надеемся, что данный разрыв будет ликвидирован. И в следующем году мы, усть-майцы, получим выход к автомобильным дорогам республиканского и федерального значения. В воскресенье дорожники отмечают свой профессиональный праздник. Пожелаем им ровных и гладких дорог, которые помогут нам прийти к заветным целям. Елена Александрова, Роман Александров, НВК Саха, Усть-Майский район.